Во Владимирской области за сутки 215 человек заразились коронавирусом, на 8 больше, чем накануне. Последний раз столько зараженных за сутки приходилось на конец июля. Прибавляем так быстро, что недалеко и до антирекорда в 255 зараженных за сутки. Он фиксировался 9 июля. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 54 443. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, 57 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 64. Всего с начала пандемии в областном центре уже 12 791 зараженный. Летальных исходов 6, на 2 больше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 1974. И число выздоровевших вторую неделю меньше числа заболевших. Сегодня 129 против 215. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 49 811.